все наверх! Стоим! Зарифит все наглухо! Фальконеты! Ветра, капитан! Все паруса! Зарифит, все! Зарифит, пол паруса! Давай на половине! Тише ход, полпаруса! Встречный ветер мешает! Скалы близко, сэр! Все паруса! Полный ход, все паруса! Огонь! Бортовой!
На шканцы! На шканцы! Живо! Бортовой зал!
На половине парусов. Полпаруса! Приготовиться! Огонь! Залп! Заряжай! Приготовиться! Найти цель, сэр! Все вниз! Вы ей доверяете? Жизнь бы доверился. Здрасте, я Аманда. А вы, верно, капитан? Так, и что стряслось? Ты являешься в мой кабачок в поисках канониров.
А теперь ходят слухи, что призрак Северных морей вернулся в Атлантику. Аквила вернулся, и мне нужна его помощь. Николас Бидл теперь служит патриотом. Он капитан Рэндольфа, но он грабит Нантакет, уверяя, что это аванпост лоялистов. И где он сейчас? Легок на помине. Под палубой, Мэнди, так спокойней. Я хочу все увидеть сам. Рэндольф атакует торговое судно недалеко от нас. Приказы. Наш канцы! Эй, надо всех узнать, пушкам! Что задумал Бидл. И лучше поспешить. Что еще вы знаете? Половина парусов! Конгресс где-то отыскал для него новенький корабль. Британский рулевой, капитан фрегата колонистов. Что-то здесь не так. Медленней! Полк шквалы! Приводи к мету! Вертится! Скалы! Эй, ребра у всех скалы! Эй, ты... Нас несет на камни! Поворачивайте! Шторм, капитан. И похоже, полпаруса! Полпаруса! Что ты делаешь? Стоп! Все паруса! Ясно видно, что служит он кому-то другому. Не стреляйте, торговца! Зал! Не стреляйте, сэр, это союз! Блин!
Внимание, сэр! Что дальше? Идем за Рэндольфом. Сейчас надо обратиться! Подняться, паруса! Полный ход! На всех парусах! Капитан! Исчез, капитан. Сейчас вы сами разбирайтесь. Но меня куда больше волнует этот шторм. Выбор у нас невелик. Да, ловите момент, стреляйте на него. А потом забирайте гавань. Не то нас погодят из мешки. Согласен, мистер Фолкнер. Идем к Виньярду. В жизни не видел такой погоды. Редко, но бывает. Вы молодец. Меня бесит только, что Бидл нынче патриот. Зачем он тогда помогает британцам? Что там, дружки его? Как убедить континентальный конгресс, что флоту нужны еще корабли? Ро-англичану побережье достаточная причина для недовольства. Сначала обстрел Виньярда, теперь это. Бидл явно метит в адмиралы и хочет выставить дело в нужном для этого свете. Ловко вы, капитан. Я смотрела с батарейной палубы. А что ты там делала? Я же велел тебе спрятаться. Все в порядке, Бобби, не волнуйся. Жители Нантакета вам очень благодарны. И я тоже. Я так рада! Вот она, капитан. Беладонна, торговый дом Родриго Арталес и компания. На вид чисто испанцы. Но они французы, будьте покойны. Полный трюм пороха и оружия для старины Джорджа и его патриотов. Им обещали сопровождение у побережья, но эскорта и след простыл. С тех пор они ждут.
Надо, чтобы Вашингтон получил ожидаемое. Дела капитан! Я капитан. Вы опоздали! Мы пришли, как только сумели. Слишком долго! А куда подевался ваш эскорт? Лорандольф вышел с нами, но потом внезапно исчез. Типик! Вот почему лейтенант отправил меня к вам! Артон! Мы пойдем, когда будем готовы. Атлантика — опасное место для одинокого корабля, особенно с таким ценным грузом. Вы верно очень рады нам? Здесь жарко. Мон лейтенант не в восторге от холодного севера. Он что, серьезно? Смотрите в оба, мистер Фолкнер. Кто бы ни разыскивал Беладонну, появиться из тумана он может моментально. Есть, капитан. Не по нутру мне все это. К нам англичане, сэр! Сила французского флота налицо! Плохой приз они себе выбрали. Боже мой, зачем англичанам здесь такой флот? Не знаю, но Беладонну надо вывести. Давай, давай же! Только тебя и ждем! Вперед! Команды, сэр! Делайте свое дело!
Я готов! Приготовиться! Блин! Бортовой с линейного! Все паруса! Все поднимайте! Давай на половине! Вперед! Подтягивай! К оружию! К оружию! Только на этом! Прикрыть нас с квартердека! Карманы крепче! На носу тяни! Адмиралы узнали о Беладонне. Наши адмиралы о ней не знают. Тогда почему вы здесь? Нас привел сюда патриот Николас Бидл. На кого работает Бидл? Думаю, ты знаешь. Ассасин. Сказал их капитан. Их привел сюда Николас Бидл. Он... Рэндальф. Рэндальф! Свистать всех наверх! Отставить! Он убирается прочь отсюда. Нельзя оставлять Беладонну без защиты. Но, сэр! Она уязвима и ослаблена. Пусть уходит. Мы с ним скоро встретимся. Видите, сэр! Что скажете? Идем на север. Держаться! Парни, вол паруса! Ослабь паруса! Живо! Живо! Нашканцы! Живо всех пушкам! Всех пушкам! Половину! Сарифить! Полпаруса! Все паруса! Поднимайте! Давай, полный ход! Рэндольф! Скалы близко, сэр!
Нужно подойти для выстрела! Все паруса, парни! Не зевай, парни! Что же этот хитрец затеял? Будьте осторожны, капитан. Тут наверняка что-то неладно. Куда же вы? Нам нужен Рэндальф! Давай, флипани! К огню приготовим! Что не все так просто. И он атакует нас. Плохо дело, капитан. Значит, будем драться. Рэндальф на абордаж, других на дно. Фальконеты! Пол паруса! Вперед! Стоять!
Фальконеты! Бортовой зал! Ветер мешает, смени! По сигналу! Рано, капитан! Надо убрать эскорт! На всех парусах! Развернулся! Вперед! Вперед! Подтягивай! К оружию! К оружию! Фальконетам! Прикрыть нас с квартердека! Кормами крепче! На носу тяни! Берем рендер! Твоей власти на побережье пришел конец. Ты поэтому искал меня? Думал, что я враг великой цели. Я так и знал, что ты ничтожный глупец.
Ты причинил боль и страдания людям только ради личной выгоды. Боль, страдания. Я освободил их. Искоренил недовольных, облегчил жизнь патриотам. Меня сделали адмиралом, что с того? Революции нужен адмирал, а я лучший кандидат. Единственный. Если бы не я, континентальный флот так и был бы кучкой лодочек. Вы смотрите, ассасины, но истины не видите. Довольно. Стой. Пусть Рэндальф умрет со мной. Не бери его как приз. Потопи мой корабль. О большем не прошу. Я не могу поверить, что вы оставляете Рэндальф. Отличный корабль, капитан! А как же Бидл? Вы проявили милосердие? Вот значит как. По мне так это немножко чересчур. И все же жаль, хороший был корабль. Может, хоть парней похвалите, а? Аквила победитель! Слава Аквилле! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Летал я так много далеких земель, я тратил монеты на виски.